да? По порядку рассчитайте. А что такое? Во-первых, второй рассчитайте. Нет, подожди. Ну, у музыканта все с песней, короче говоря. Нам песня строить и жить помогает. Музыка для меня это... Ну, это все, в общем-то, образ жизни, и это для меня и хобби, и работа, и так далее. Это я себе на день рождения заказал инструмент, на котором играть абсолютно не умею, но мне просто захотелось его. Бузуки называется, ирландский. Ну, как любому творческому человеку хочется в чем-то выражаться, и вот мне, например, приятно сесть вечером и посидеть, просто помузицировать. Есть концерты, еще что-то, и в любое свободное время заниматься. Ну, повышать свой уровень. Еще раз попробуй. Нравится. Вот этот кусок, короче, мы тык-тык-тык-тык-тык заполняем, да, и все. Нормально. Хорошо. То есть вот этот вот темп, он самый оптимальный. На сессии, конечно, это все надо контролировать четко. Тебя в первую очередь. Я заметил, что как раз вот в ресторанной музыке стал себя раскрываться больше. В целом, эмоциональнее, как музыкант, и вообще. То есть раньше я, грубо говоря, просто стоял у стеночки, басист такой. Как всегда обычно всяких демотиваторов там басистов представляют. Ну вот таким я и был примерно. Вот, допустим, приходишь на корпоратив, контакт гораздо ближе с людьми, которые там отдыхают. И отдача сильнее, как бы, получается. Вот люди, они, наверное, более открыты. Просто там собираются все знакомые, да, либо какой-то коллектив, либо друзья, либо что-то. И они, соответственно, больше открыты для своей вот этой вот радости. Вот. А мы им помогаем в этом раскрыться. То есть люди приходят, они даже вот... На протяжении всего вечера можно заметить, как сначала, допустим, все спокойно, и вот начинает нарастать, 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 и потом в конце просто вот этот вот взрыв. По сути, получается, что мы занимаемся весельем, таким развлекаловым на сцене, но занимаемся мы этим профессионально, это наша работа. Радость мы приносим. Ну вот, да, Серега вон подсказывает. Смех и радость мы приносим людям. И, конечно, приятно, когда и вокруг тебя все это веселье. Ну, в разумных пределах, конечно. То есть люди, приходящие отдыхать, в принципе, они уже изначально настроены на праздник. Тем более, зачастую это свадьба. Ну, а свадьба... Я еще не встречал ни одной там свадьбы, в которой бы там люди были унылыми. Во-первых, более плотный контакт получается на этих мероприятиях. Там даже на баскетбольных матчах играют. Да подожди ты, сам расскажешь. Сбил меня с мысли. Посредством музыки вот мы знакомим людей со своим вот этим вот внутренним миром. Когда приносишь людям радость, и ты чувствуешь отдачу, то есть это как обратная связь, которая... Постоянно в течение концерта она просто усиливается, мы говорим, и достигаешь до такого состояния, когда просто хочется все бросить и пойти тоже в толпу к ним. Как-то сам даже выплескиваешь какую-то вот свою вот эту вот энергию. Наш коллектив называется «Свадьба Малиновки», и это неспроста, потому что каждое наше выступление, каждый наш выход на сцену – это яркое событие, может быть, единственное. По крайней мере, мы себя так настраиваем, что это так, как может быть, это действительно как последний бой, как будто последнее выступление одно единственное, и хочется сделать так, чтобы оно запомнилось людям на всю жизнь. Друзья, мы приглашаем всех на наши концерты. Приходите, и мы вместе зажжем. Я думаю, это будет очень классно.